11 сентября 2006 года тысячи людей со всего мира собрались в городе Нью-Йорк. Они были одеты в черные футболки с надписью «Расследуйте 911». Держали плакаты, на которых было написано «Задавайте вопросы, требуйте ответы». В этот день была пятая годовщина террористической атаки 11 сентября 2001 года. Несмотря на то, что отчет комиссии по расследованию 9.11 был опубликован двумя годами ранее, многие американцы и граждане по всему миру убеждены, что правда была скрыта от общественности. Почему? Почему растет количество людей, все более скептически относящихся к официальной версии событий 11 сентября? Является ли это просто естественной склонностью думать худшее о правительстве США? Или же это разумное беспокойство, которое со временем только растет? Движение «Правда о 9.11» включает в себя академиков, инженеров, физиков, пожарных, сотрудников разведывательных служб и обычных людей, чьи жизни были разбиты после 11 сентября. Может, все они помешались? Или это группа встревоженных людей, предпринимающих необходимые шаги для того, чтобы не допустить, чтобы США соскользнули в свою самую темную эру? Было ли 11 сентября неожиданной атакой на США, совершенной 19 террористами? Или же чем-то абсолютно другим? Джордж Буш провел трудный день со своими людьми, пытаясь объяснить, почему он не уделил должного внимания предупреждениям, которые Белый дом получил до 11 сентября, о том, что террористы планируют захватить американский самолет. То, что случилось в тот день, отразилось практически на всех аспектах жизни американцев. И теперь один журналист с мировым именем сказал, что американская реакция на так называемую войну с терроризмом создала климат для эффективной цензуры в той стране, которая считает себя родиной свободы слова. Никогда еще Америка не участвовала в войне, маленькой или большой, в которой доступ к информации был бы столь ограничен. Вера в политическое и военное руководство настолько сильна, что те, кто контролирует происходящее на экране, будут контролировать общественное мнение. Означает ли это, что у них был свой человек внутри? Отчасти это можно сравнить с фильмом «Крестный отец», когда пистолет был спрятан в мужском туалете. Существует также возможность, что это была работа своих. Могло ли это быть внутренней работой? Могли ли эти люди получать помощь изнутри? Я размышлял об этом вместе с другими рано утром. А теперь есть намного больше улик, указывающих на то, что это почти наверняка имело место. Это будет довольно грубым сравнением, но было время в Южной Африке, когда людям одевали горящие шины на шею, если их мнение не совпадало с мнением других. Существует страх того, что с вами сделают то же самое здесь, что вам оденут горящую шину нехватки патриотизма на шею. Это тот страх, который так часто не дает журналистам задавать самые жесткие вопросы. Страх, который не дает продолжать разбираться в этих вопросах. Люди должны держаться подальше от нашего дела. Страна, которая скрывает что-то, это страна, которая боится быть пойманной. И в особенности эта администрация Буша, которая связана с Саудовской Аравией, как никакая другая. Я знал правильный вопрос, но это не самое подходящее время, чтобы спрашивать. Отец президента останавливался у семьи Бен Ладенов, когда ездил в Саудовскую Аравию. Это начинается с чувства патриотизма внутри себя. Однако в прошлом ФБР иногда создавало проблемы еще хуже, игнорируя или отрицая. Управление ФБР преднамеренно и неоднократно препятствовало и затрудняло мои попытки начать более всестороннее расследование по идентификации и нейтрализации террористов. Они понимают, каким развлекательно ориентированным стало наше общество.
семьям погибших и жертвам 11 сентября от лица Джона Винсента, Берри Коренби и от своего мы просим прощения. Я хочу сказать это тихо, но так убедительно, как только могу, что я надеюсь, что это не зайдет еще дальше. Это уже зашло слишком далеко. Меня это потрясло. Тринадцатого сентября правительство США заявило, что у них есть неопровержимые доказательства того, что Бен Ладен ответственен за атаки. Талибан предлагает выдать Осаму Бен Ладена, если США предоставят эти доказательства. Наша позиция в этом отношении такова, что если у Америки есть улики и доказательства, они должны их предоставить, и тогда мы готовы судить Осаму Бен Ладена согласно этим доказательствам. Вы готовы выдать Осаму Бен Ладена США или нет? Без доказательств нет. 23 сентября 2001 года. Госсекретарь сказал, что правительство вскоре сможет обнародовать дело против сети Аль-Каиды и Осамы Бен Ладена. Я думаю, что это будет убедительно. На следующий день Белый дом уже пошел на попятную. Существует ли какой-то план, чтобы предоставить публичные доказательства, чтобы обычный гражданин, не только американец, но и люди по всему миру смогли бы понять дело против Бен Ладена? Как сказал секретарь Пауэлл, они надеются сделать это. И сделать вовремя, по прошествии какого-то времени, конечно. Я думаю, что американский народ также понимает, что приходит время, когда информация не может быть предоставлена немедленно. И американский народ, кажется, принимает это. Похоже, вы просите, чтобы все просто доверились вам. Эта информация так и не была предоставлена общественности. Вместо того, чтобы взять ответственность на себя, Бен Ладен трижды отрицает причастность к атакам. 13 декабря Министерство обороны обнародует видеозапись, предположительно найденную в одном из домов в Джалалабаде в Афганистане, где Осама Бен Ладен обсуждает вместе с кем-то будущую атаку. Основные американские СМИ и даже президент Буш назовут эту видеозапись абсолютным доказательством его вины. Международное сообщество подвергнет сомнению подлинность ленты. 26 декабря 2001 года. Официальное лицо Талибана утверждает, что присутствовал на похоронах Осамы Бен Ладена. На следующий день было показано видео, которое, как полагают, было записано 19 ноября, в котором Бен Ладен восхваляет нападение, но не берет на себя ответственность. Следующее видео с Бен Ладеном не появится до 29 октября 2004 года, за несколько дней до президентских выборов. Видео было представлено как самое ясное доказательство его ответственности за то, что произошло 9-11. Когда был задан вопрос, почему на постере «Разыскивается Бен Ладен» отсутствует обвинение за 9-11, глава отдела по связям с общественностью ФБР Рекс Томп ответил: «9-11 не упоминается на постере «Разыскивается Бен Ладен», потому что у ФБР нет веских улик, связывающих Бен Ладена с 9-11». Я просто не мог поверить в то, что услышал, и переспросил, и он ответил, что все правильно, у ФБР нет веских улик связи Осамы Бен Ладена с 9-11. Так какие улики у них были? Две сумки, принадлежавшие Мохаммеду Атта, которые проверили в аэропорту Портленда, но не пропустили на рейс 11 в Бостоне. Они содержали видеотур и руководство полетной эксплуатации Боинга 757, арабо-английский словарь, портативный бортовой компьютер, Коран и его завещание. Зачем Атта берет свое завещание на самолет, который будет уничтожен в пламенном аду? Во взятой на прокат машине Маруана Аль-Шехи, найденной в аэропорту Логан, находились руководство полетной эксплуатации на арабском, пропуск в закрытые зоны аэропорта и документы от Huffman Aviation. Во взятой на прокат машине Науаф Аль-Хазми, найденной в аэропорту Далласа, находились инструкции Мохаммеда Атта, чек для летной школы в Фениксе, 4 чертежа кабины экипажа Боинга 757, нож и карты Вашингтона и Нью-Йорка. Паспорт Сатама Аль-Суквами был найден под башенными близнецами. Итак, Дэн, недалеко отсюда прохожий нашел паспорт одного из угонщиков.
Как паспорт мог выпасть из кармана человека во время авиакатастрофы на скорости 650 км в час, пережить пожар 34 тысяч литров авиатоплива и пасть невредимым на тротуар 300 метрами ниже? Идентификационные карты Махеда Макведа и Науаха Аль-Хазми были найдены в обломках в Пентагоне. Идентификационная карта и паспорт Саида Аль-Гамди, водительские права Ахмеда Аль-Нами, паспорт, фотографии и визитная карточка были найдены в Шенксвилле. Этот список продолжается. Бывший высокопоставленный сотрудник разведки так прокомментировал это в журнале «Нью-Йорк». Неважно, какой след был оставлен, он был оставлен умышленно для ФБР. Они использовали сотни различных таксофонов и сотовых телефонов, часто с предоплаченными картами, которые очень сложно отследить. И они позаботились о том, что все посланные им деньги для финансирования атак отправлялись небольшими суммами, чтобы избежать обнаружения. Небольшие суммы? Генерал-лейтенант Махмуд Ахмед, директор Объединенного разведывательного управления Пакистана, ISI, перевел Мохаммеду Атта 100 тысяч долларов в августе 2001 года. Этому переводу содействовал Саид Шейх, человек, который, как утверждают, похитил и убил журналиста Wall Street Journal Даниэля Перла, который расследовал связи между ISI и исламскими боевиками. И пакистанцев, конечно, если вы знаете историю, совсем немного отделяет от так называемых угонщиков Аль-Каиды. У ISI были давнишние отношения с ЦРУ, начавшиеся еще в 80-х с приходом муджахадина к власти в Афганистане и впоследствии развившиеся в Аль-Каиду. Я сосредоточился на переводе, который Махмуд Ахмед сделал Мохаммеду Атта незадолго до 9-11. Это очень важно, потому что генерал Махмуд Ахмед встречался с ключевыми персонами в Вашингтоне, такими как сенатор Боб Грэхэм и Портер Гост, будущий директор ЦРУ, прямо утром 9-11. И у него были отношения не только с ЦРУ, но и с Диком Армитиджем и Марком Гроссманом из Государственного департамента. Вы знали в то время о донесении о том, что глава ISI был в Вашингтоне 10 и 11 сентября? И что 100 тысяч долларов были переведены из Пакистана этим группам, находящимся здесь, в США? Пока он был здесь, он встречался с вами или с кем-то из администрации? Я не видела это донесение, и, конечно, со мной он не встречался. В расшифровке стенограммы этой пресс-конференции, предоставленной прессе Белым домом, информация о ISI была подвергнута цензуре. Боб Грэхэм и Портер Гост позже руководили совместным расследованием и публично заявили, что администрация Буша не получала абсолютно никаких разведданных, которые могли бы предотвратить атаки. Встреча началась в 8 утра за завтраком в здании Капитолия и продолжалась в то время, когда рейс 175 врезался в Южную башню. Во время своего визита, который начался 4 сентября, Ахмед также встретился с действующим директором ЦРУ Джорджем Теннетом. Месяцем позже, после сообщения о переводе денег между ним и Атта, Махмуд Ахмед ушел в отставку из ISI. В отчете комиссии по 9.11 позже будет сделано заключение, что они не увидели никаких доказательств, что какое-либо иностранное правительство или иностранные официальные лица предоставляли финансовую поддержку. Комиссия решила не только пренебречь информацией, но и полностью отрицать ее. На 172-й странице вашего отчета по 9.11 вы пишете, цитирую, «Правительство США не смогло определить происхождение денег, использованных для атак 9.11. В конечном счете вопрос имеет мало практического значения». Конец цитаты. Как вы можете утверждать, что вопрос о том, кто профинансировал смерти 3000 американцев 11 сентября, имеет малое практическое значение? Потому что это стоило совсем немного. В этом и заключается ужас ситуации. Это стоило менее 500 тысяч долларов. Вот почему их так сложно было отследить. Мы могли найти части от этих 500 тысяч. Они приходили очень маленькими суммами. Вы сказали ранее, что 500 тысяч долларов потребовалось на всю операцию 9-11. Мы знаем, что 100 тысяч долларов были переведены Мохаммеду Атту прямо от главы пакистанского ISI. Я не знаю о 100 тысячах долларов, переведенных Мохаммеду Атта, но я думаю, что Пакистан – одна из самых опасных стран в мире. Почему существовал такой большой интерес в сокрытии сделки между ISI и Мохаммедом Атта?
Давайте поговорим об этом электронном переводе, потому что у губернатора Кина не было оснований, чтобы отрицать его, так как ФБР и Wall Street Journal подтвердили этот электронный перевод генерала Махмуда Ахмеда. Но комиссия по расследованию 9.11 умышленно сказала, что финансирование не важно, и установление виновных не важно для них, но это важно нам. Если это финансирование не было достаточно подозрительным, то многие из угонщиков, по имеющимся данным, обучались на американских военных базах. В это трудно поверить, но двое из предполагаемых террористов, принимавших участие в том, что случилось в среду, возможно, обучались в школах, находящихся в ведомстве вооруженных сил США. Эта информация согласна высокопоставленному чиновнику в Министерстве обороны. Ахмед Аль-Нами, Ахмед Аль-Гамди и Саид Аль-Гамди указали в качестве своего места проживания на водительских правах и при регистрации автомобиля военно-морской аэродром в Пенсаколе, штат Флорида. Мохаммед Атта закончил американскую международную школу на базе ВВС «Максвелл» в Алабаме. В ответ на запрос в соответствии с актом о свободе информации, капитан Джейсон Тейлор подтвердил, что Мохаммед Атта обучался у них между 98 и 99 годами, но не подтвердил, что это тот же самый человек. Абдул-Азиз Аль-Амари обучался на базе ВВС «Брукс» в Сан-Антонио, штат Техас. Саид Аль-Гамди и другие обучались в языковом институте Министерства обороны в Монтерей, штат Калифорния, что подтвердил подполковник Стив Батлер, заместитель ректора по делам студентов. Американские СМИ прекратили расследование, когда ВВС заявили: «Мы, вероятно, не говорим об одних и тех же людях». Двое из угонщиков, Науваф Аль-Хамзи и Халид Аль-Михдар, сняли апартаменты у осведомителя ФБР и проживали вместе с ним. Любопытно, но часть из них, по некоторым сообщениям, все еще были живы после атак. И, наконец, нас пытались убедить, что предполагаемые угонщики были мусульманами-фундаменталистами, которые провели свои последние дни, готовясь к жизни в раю. И все же за неделю до атак многие из них пили, посещали стрип-клубы и заказывали проституток. По общему мнению, Атта и его кузен вели себя скромно, за исключением последнего четверга в этом баре в Голливуде, штат Флорида. Оба мужчины зашли сюда, сильно напились и затем отказались платить по счету. И парень сделал такой оскорбленный вид и сказал мне: «Я могу заплатить по счету, я пилот авиалинии». Я сказал: «Хорошо». Махед Мокет был несколько раз замечен в порношопе. Хамза Аль-Гамди заказывал порно в свой отель 10 сентября. Мэр города Паттерсон, штат Нью-Джерси, заявил, что их чаще видели в стрип-клубах, чем в мечетях. Независимо от их поступков, о присутствии некоторых из угонщиков было известно еще в 2000 году. Что мы знали и когда мы об этом узнали? Вот что спрашивает один конгрессмен и спрашивает вполне настойчиво. Знали мы еще за год до 9.11, что один из угонщиков подозревался в терроризме? Армейский подполковник Энтони Шефер выступил публично с обвинением, что проект под названием «Возможная угроза», военный разведывательный проект, в котором он работал в 2000 году, идентифицировал Мохаммеда Атта и даже выдал его фотографию наряду с тремя другими угонщиками 9.11 и определил их как возможных членов Аль-Каиды. Мы идентифицировали четырех угонщиков еще до 9.11. Он говорит, что начиная с сентября 2000 года он назначил три встречи с ФБР, но все они были отменены военными юристами. Шефер также говорит, что помнит, как докладывал комиссии по расследованию 9.11 на встрече в Афганистане об Атта и о том, что обнаружил его разведывательный отдел в 2000 году. И он был очень удивлен, что это не попало в отчет комиссии. В доверительной беседе человек, который передавал материал дальше, сказал мне, что комиссия по расследованию 9.11 получила два контейнера с документами размером с портфель. Я могу вам точно сказать, что там не было и 1/20 той информации, которую возможная угроза собрала за время работы. Представитель комиссии по 9.11 сказал, что они ничего не получали из Пентагона в начале 2004 года, как это утверждает Шефер. Цитата: «Ни в одном из документов, прошедших через комиссию, не упоминался Мохаммед Атта или кто-либо другой из будущих угонщиков». Где это? Где этот материал? Где эта таинственная диаграмма, которая предположительно показывает, что Атта был каким-то образом связан с остальными угонщиками? Мы с удовольствием посмотрим. Компания, ответственная за диаграммы, Orion Scientific System, будет утверждать, что было изготовлено только две диаграммы, и Атта не находился ни на одной из них.
Покажи их, Джон. Это все диаграммы, выпущенные ими. Они все изготовлены Орион. Все эти диаграммы были сделаны при помощи программ по сбору данных. Корпорация Орион лгала представителям юридического комитета Сената. Компания сказала представителям Сената: у нас нет таких диаграмм, они не наши. Однако вот они, и их логотип на каждой из них. Мистер Председатель, как минимум двум из пяти человек, которые должны были здесь появиться сегодня, угрожали отменой их категории допуска, если они продолжат говорить об этом. Вы можете назвать, кто эти двое? Я назову их вам. Я сделал бы это конфиденциально, так как Министерство обороны решило не позволять кому-либо давать показания, но я предоставлю эту информацию комитету. На мой взгляд, как я это понимаю, и я признаю ошибку, если я не прав, но я это понял так, что свидетелей от Министерства обороны, которых мы предполагали здесь услышать, заставили замолчать. Они, возможно, в этой комнате или, возможно, нет, но были проинструктированы не давать показания. Я думаю, это большая ошибка. Это диаграмма Аль-Каиды и ее различных ячеек по всему миру. Большая часть этой информации была получена до 9.11 программой «Возможная угроза». Как вы видите, здесь есть фотография Мохаммеда Атта. Что конкретно на ней изображено? Здесь изображены организационные и функциональные объединения членов Аль-Каиды, которые участвовали в событиях 9.11 и в последующих событиях. Если бы комиссия обратила на это внимание в начале 2004 года, когда диаграмма с Мохаммедом Аттой все еще существовала, была диаграмма в офисе мистера Смита, была диаграмма, которая должна была еще оставаться в разведывательном управлении Министерства обороны, потому что она не была уничтожена вместе с документами подполковника Шефера до весны 2004 года, так же, как и диаграмма, что была у мистера Смита. Наша поддержка проекта «Возможная угроза» стала строго ограничена и в конечном счете прекратилась из-за оплошности разведки. У меня была полная поддержка от командования, и мы активно работали, чтобы форсировать закрытие проекта в течение нескольких месяцев. В процессе этого меня и одного из моих аналитиков, старшего уоррент-офицера Терри Стефенса, заставили уничтожить всю информацию, диаграммы и другие продукты анализа, которые относились к проекту «Возможная угроза», и которые мы еще не успели передать СОКОМ. Другому бывшему работнику Министерства обороны, который даст сегодня показания, приказали уничтожить 2,5 терабайта информации. Я не знаю, сколько это терабайт информации, так что мы связались с библиотекой Конгресса. Это равняется 1/4 от всей письменной информации, содержащейся в этой библиотеке. Вы можете подтвердить надежность капитана Филпота, подполковника Шефера, мистера Вестфола, миссис Прейсер или мистера Смита, когда они говорят, что видели Мохаммеда Атта на диаграмме? Да, сэр, я доверяю им полностью. Подполковник Тони Шефер, который был первым из членов «Возможной угрозы», выступившим публично, теперь получил письменное указание от разведывательного управления Министерства обороны, что он не может выступать перед членами Конгресса без их предварительного одобрения. Его допуск безопасности, который позволял ему иметь дело с секретной информацией, аннулирован. Конгрессмен сказал, что Шефера заткнули и наказали за то, что он заговорил. Официальная реакция на проект «Возможная угроза» последовала в 2005 году после письма члена комиссии по 9.11 Слейда Гордона сенатору Арлен Спектор. Гордон подвел итог, сказав, что если Кондолиза Райс, президент Буш и Белый дом отрицают, что проект «Возможная угроза» идентифицировал угонщиков, то значит так и было. Шестимесячное расследование Комитета Сената по делам разведки в декабре 2006 года пришло к заключению, что проект «Возможная угроза» не идентифицировал Мохаммеда Атта или какого-либо из других угонщиков. Можем ли мы быть уверенными, что угонщики были мусульманами-радикалами на самоубийственной миссии? Или существует возможность, что их подготовили, профинансировали и охраняли в нашей собственной стране? Yes, ma'am, Sergeant Lorda. Yes, I'm just letting you know for information we're having an exercise, SF exercise. We're having a comm out. Okay. Guys, happy, thanks. All right, thank you. Между сентябрем 2000 года и июнем 2001 Федеральное управление гражданской авиации FAA поднимало по тревоге военные истребители для перехвата отклонившихся от курса самолетов 67 раз. Перехват — это обычное дело, и, как правило, происходит в течение 10 минут при признаках проблемы, таких как потеря радиосвязи и сигнала транспондера или отклонение от курса. Утром 11 сентября, согласно официальным сообщениям, 4 коммерческих авиалайнера сошли со своего курса, и связь с ними была потеряна, и ни один из них не был перехвачен. Как такое может случиться, что в 4 отдельных происшествиях, в один и тот же день,
Военная и разведывательная инфраструктура, стоящая триллионы долларов, потерпела неудачу. Никогда в наших размышлениях о том, как защитить Америку, мы не предполагали, что злодеи используют не один, а целых 4 коммерческих самолета против самого дорогого, что у нас есть. Никогда. Я не думаю, что кто-либо мог предположить, что эти люди захватят самолет и врежутся на нем во Всемирный торговый центр, захватят еще один и врежутся в Пентагон. Никто, по крайней мере в нашем правительстве, и я думаю, в предыдущем тоже, не мог предвидеть такое количество самолетов, нацеленных на здания. Но это оказывается неправда. Американские военные аналитики предполагали и прорабатывали именно такие сценарии. Как сообщалось в USA Today, Объединенное Североамериканское командование воздушно-космической обороны NORAD проводило учения с военными истребителями, имитируя столкновение угнанных самолетов с ВТЦ за 2 года до атак. Планировщики Пентагона также предполагали атаку на Пентагон за 5 месяцев до того, как это случилось. Согласно этому электронному письму, в апреле 2001 года официальные лица ВВС хотели провести учения, в которых группа террористов захватывала коммерческий самолет и направляла его на Пентагон. Идея заключалась в том, чтобы проверить, сколько времени потребуется для того, чтобы поднять истребители в воздух. Но согласно электронному письму, план был полностью отвергнут командованием Пентагона, как слишком нереалистичный. Все еще есть вопросы, серьезные вопросы о реакции NORAD в день атак. Почему, несмотря на все тренировки и планирование, Питер, истребителей не было нигде возле Нью-Йорка или Вашингтона. Одни учения под названием «Амальгамовая дева» проводились 1-2 июня 2001 года и имитировали удачную террористическую атаку. Их целью было сосредоточение на необычных угрозах, включая угон самолетов. Один сценарий имитировал угон коммерческого самолета, который должен был врезаться в Капитолий. Во второй части упражнения, которая была спланирована, но так и не была проведена до 9-11, участвовали 2 самолета с настоящими пилотами. Агенты ФБР должны были угнать самолеты и направить их в безопасное место. И на ее обложке Осама бен Ладен. В действительности, сразу несколько учений проводилось именно 9-11. Вопрос был о том, что проводилось 4 военных игры 11 сентября. И вопрос, который я пыталась поставить до того, как секретарь уйдет на ланч, понизила или нет деятельность этих учений нашу способность реагировать на атаки. Ответ на вопрос «нет». Это не снизило нашу реакцию. В действительности, генерал Эберхард, который был командующим NORAD, когда он свидетельствовал перед комиссией по 9-11, я уверен, что он сообщил им, что это, наоборот, улучшило нашу способность реагировать. Проходило 2 штабных учений. Были также одни учения Департамента юстиции, которые не имели ничего общего с 3 другими. И проходила действительная операция из-за активности русских бомбардировщиков возле Аляски. Итак, военные учения в конечном счете улучшили или замедлили нашу реакцию? 11 сентября было 2-м днем бдительного стража, учений, проводившихся Объединенным комитетом начальников штабов и NORAD, которые имитировали угон самолетов в северо-восточной части США. Бдительный страж — это часть глобального стража, масштабных учений судного дня, проводившихся на авиабазе Офут в сотрудничестве с NORAD. Изначально запланированный на конец октября, глобальный страж был перенесен на сентябрь. Учения были отменены после удара по второй из башен-близнецов. 3 самолета судного дня E-4B остались в воздухе. 2 правительственных источника, знакомые с инцидентом, рассказали CNN, что это были военные самолеты и что подробности засекречены. Это сопоставление записи CNN и официальной фотографии ВВС указывает на то, что таинственный самолет является одним из самых секретных военных самолетов — E-4B. E-4B — это сверхсовременный летающий командный пункт, построенный и снаряженный для одной цели — сохранить действующее правительство при любых обстоятельствах, даже в случае ядерной войны. Спросите в Пентагоне, там будут настаивать, что это не военный
военный самолет. И в официальном отчете комиссии по 9.11 нет никакого упоминания о нем. Пентагон, секретная служба и Федеральное авиационное агентство все сообщают, по крайней мере для общественности, что у них нет объяснения появлению гигантского самолета прямо над президентским дворцом, в то время как дым начал подниматься над рекой возле Пентагона. База ВВС Барксдейл также принимала участие в глобальном страже. Вместо того, чтобы сразу вылететь в Вашингтон, президент Буш полетел на авиабазы Барксдейл и Оффут, перед тем, как вернуться в Белый дом. Для другого упражнения — северная бдительность. Истребители были отправлены в Канаду и на Аляску, чтобы следить за русскими МИГами на тренировочной миссии. Северная бдительность выводила свои собственные отметки на экраны военных радаров. Эти отметки, также называемые фантомами, имитировали сбившиеся с курса самолеты, которые выглядели настоящими для тех, кто участвовал в упражнении. В тот день мы сражались со множеством фантомов. 3F-16 с базы ВВС «Эндрюс», которая находится в 25 километрах от Пентагона, улетели на 330 километров для тренировочной миссии в Северной Каролине. Форт Белвар, военная база в 10 милях к югу от Пентагона, готовилась к учениям, предназначенным для проверки системы безопасности в случае террористической атаки. Работники офиса управления при чрезвычайных ситуациях на 23-м этаже здания номер 7 ВТЦ продолжали подготовку к трикпот, учениям, имитировавшим атаку с применением биологического оружия, запланированной на 12 сентября. И, наконец, Национальное управление военно-космической разведки в штате Вирджиния начало учения 8.45, проводимые командой из ЦРУ, в которых по сценарию самолет врезался в их здание. А также некоторое число проводившихся тогда учений еще не были полностью рассекречены. Будьте, пожалуйста, потише. У нас есть всего несколько минут с генералом Майерсом. Я прошу людей в аудитории, пожалуйста, будьте тише, если вы хотите остаться здесь. Итак, давайте подумаем. Утром 11 сентября США проводят учения, в которых угнанные самолеты появляются и исчезают с радаров. Истребители улетают за пределы США, и самолеты врезаются в здания. Какое совпадение? Насчет того, что заставило меня посадить все самолеты. Когда вы видите, что произошло одно событие, это случайность. Когда вы видите, что произошло два одинаковых события, это шаблон. Но когда вы видите, что произошло три одинаковых события, это план. И на этом этапе я принял решение посадить все самолеты. Итак, 9.45 всем находящимся в воздухе самолетам было приказано идти на посадку. Этот приказ относился ко всем гражданским самолетам. Некоторым военным самолетам было позволено остаться в воздухе. В 12.16 пополудню FAA посадила на землю около 4000 самолетов без каких-либо происшествий. В то время как самолет приближался к Пентагону, зашел молодой человек и сообщил вице-президенту, самолет в 50 милях, самолет в 30 милях. И когда дошло до самолета в 10 милях, молодой человек спросил вице-президента, приказ остается в силе? И вице-президент резко обернулся и сказал, конечно, приказ остается в силе, разве вы слышали что-то о его отмене? Арлингтон, штат Вирджиния. Рейс 77 American Airlines якобы врезался в нижний этаж Пентагона. Администрация Пентагона будет отрицать, что здание имеет систему ПВО. ФБР прибудет в считанные минуты, и место падения будет объявлено федеральным местом преступления под их исключительной ответственностью. С помощью гражданских они прочесали газон Пентагона в поисках обломков и в течение 24 часов конфисковали все известные видеозаписи нападения.
Официальные лица Пентагона поначалу отрицали, что какая-либо из их камер засняла события. Тем не менее, 7 марта 2002 года были опубликованы 5 кадров, снятых видеокамерой напротив вертолетной площадки. Несколько лет эти 5 кадров были единственной общедоступной записью атаки на Пентагон. Это изменится 14 октября 2004 года, когда Скотт Бингхам подал иск на основе закона о свободе информации, запросив видеоленты с записью столкновения рейса 77. Специальный агент ФБР Жаклин Магуайр обнаружила компакт-диск, содержащий копии двух записей в замедленном времени, сделанных камерами безопасности. Они были опубликованы 16 марта 2006 года. Видео, снятое с бензоколонки Ситга, открытой только для работников Пентагона, опубликовано 15 сентября 2006 года. И видео из Double Tree отеля в Арлингтоне, штат Вирджиния, опубликовано 7 декабря 2006 года. Агент Магуайр выяснила, что ФБР владеет 85 видеолентами, которые, возможно, могли бы пролить свет на инцидент. По сегодняшний день у нас нет четких записей того, что случилось в Пентагоне утром 9.11. Официальная версия выглядит так. Рейс 77 American Airlines был захвачен 5 угонщиками во главе с Хани Ханжуром. Ханжур приехал в США в 96 году, чтобы стать профессиональным пилотом авиалиний. Он не закончит ни одного курса. Это была просто трата времени. Он не приходил вовремя на полет и не делал домашнюю работу. Средние или ниже среднего навыки пилотирования. Плохой английский. Неприметный на наш взгляд. Комиссия по 9.11 заключила, что Ханжур был, возможно, самым опытным и хорошо тренированным пилотом. Угонщик рейса 93, Саид Аль-Гамди, был бывшим саудовским летчиком-истребителем. Как Ханжур мог быть опытнее его? Утром 9.11 Хани Ханжур и его четверо сообщников поехали в международный аэропорт Даллеса за пределами Вашингтона. Они провели несколько недель в мотеле «Валенсия» в сельской части Мэриленда, в 6 милях от Агентства национальной безопасности. Все пятеро не пройдут металлодетектор и будут подвергнуты дополнительной проверке. Несмотря на это, все они продолжат посадку на рейс 77 American Airlines, который будет описан в Washington Post как необычно пустой. Из 188 мест было занято 64. На самом деле, все 4 самолета, участвовавших в событиях 9.11, были заполнены примерно на 30%. Угонщики сядут недалеко от Барбары Олсон, жены генерального прокурора Теда Олсона. И вместе с несколькими работниками Boeing, Raytheon, Министерства обороны, Lockheed Martin, American Airlines, ВМС, армии и других правительственных агентств. Пилотами были офицер Дэвид Чарльз Бойс и капитан Чарльз Бюрлингейм. Чарльз Фрэнк Бюрлингейм III – авиационный инженер, выпускник военно-морской академии и школы летчиков-истребителей. Летал на истребителях F-4, разрабатывал антитеррористические методики в Пентагоне. Ушел в отставку в 1989 году, чтобы работать в American Airlines. Он останется на службе в резерве и будет участвовать в антитеррористических упражнениях до 1996 года. Его Boeing 757 врежется в ту самую секцию Пентагона, в которой он работал. У угонщиков были считанные секунды, чтобы обезвредить Чарльз Бойса и Бюрлингейма, убрать их из кабины и взять управление самолетом на себя. Самолет был захвачен без заминок 8.51 и сделал несанкционированный поворот на юг 3 минутами позже. Ни сигнала SOS, ни кода захвата, ни признаков борьбы.
Рейс 77 проделает весь путь назад к границе Кентукки и Огайо, пролетев еще 43 минуты против своего курса перед столкновением с Пентагоном, без какой-либо преграды со стороны военных. Если бы Хани Ханжур хотел причинить максимальный урон, все, что ему нужно было сделать, это продолжить лететь по своей траектории и спикировать на крышу Пентагона. Вместо этого он начал сложный поворот на 330 градусов, спустился на 2000 метров, обнаруживая себя еще на 3 минуты, пока выполнял маневр, охарактеризованный опытными пилотами как почти невозможный и требующий профессионального мастерства. По существу, пилот-любитель, считавшийся инструкторами пустой тратой сил, который не мог управлять простой Cessna в августе 2001 года, совершил месяц спустя этот почти невозможный маневр на Боинге 757 с мастерской точностью. Тодд Льюис работает на радиолокаторе в аэропорту Далласа. Один из моих коллег увидел цель, двигавшуюся с северо-запада на юго-восток. Пошел обратный отсчет, 10 миль на запад. И она уведомила руководителя, 9 миль на запад. Но никто в то время не знал, что это коммерческий рейс. Никто не знал, что это American 77. Вы думали, что это военный рейс? Я думал, это военный рейс. Я думал, что с Лэнгли подняли истребитель по тревоге. Это было почти как чувство облегчения. Это должно быть истребитель. Возможно, один из них прилетел туда. Он двигался очень быстро, как военный самолет и должен двигаться на низкой высоте. Это должно быть один из наших парней, поднятый по тревоге для охраны нашей столицы. Боинг 757 снизился над пиком Колумбия, пролетев над расположенными рядом отелем «Шератон», департаментом транспорта штата Вирджиния и офисным зданием ВМС, и пролетел бензоколонку «Ситга», прежде чем пересечь бульвар Вашингтон. 5 фонарных столбов было сбито на землю. Один из них упал на такси из Вашингтона, за рулем которого был Ллойд Ингланд. Рейс 77 умудрился ударить единственную секцию, укрепленную так, чтобы выдержать террористическую атаку. Это включало усиленную сталь и стойкие взрывом окна из кевлара толщиной почти 4 сантиметра. Реконструкция, планирование которой началось в 91 году, была в нескольких днях от завершения. Если бы самолет ударил в другом месте, жертв и разрушений было бы намного больше. На территории, где обычно располагается до 5000 человек, было 125 пострадавших. Внешняя стена Пентагона имела дыру около 6 метров в диаметре на первом и втором этажах и явные повреждения на протяжении 27 метров на первом этаже. Я бы сказал, что она была 5 метров в диаметре, максимум 6. Вот что сильно возбудило во мне любопытство, когда я пытался найти что-нибудь. Не было следов на траве, ничто не ударялось об землю или вертолетную площадку. Это был очень точный или крайне удачный удар. Я не знаю, как он не подпрыгнул. Я не знаю, как он мог ударить прямо в боковую часть здания, не задев земли, двигаясь так быстро, как он, очевидно, и двигался. Я не думаю, что дыра в стене была больше, чем дверь в гараже. И опять же, в классическом авиакрушении присутствуют обломки. Они нашли мосты от грузовика «Рейдер» в Оклахома-Сити. Я не могу поверить, что здесь они не смогли найти двигатель. Мнения здесь разделяются. Одни люди верят, что Боинг 757 врезался в Пентагон, другие нет. Те, кто верят, что врезался, находят подтверждение в следах разрушения. В обломках снаружи здания. И в свидетельствах очевидцев. Мы сидели в офисе, и вдруг все услышали громыхание, как будто что-то вот-вот ударит нас, как будто что-то неотвратимое должно было произойти. Мы посмотрели друг на друга, звук был невыносимым, и в последний момент мой брат выскочил из офиса. Я услышал сверху меня очень сильный реактивный звук, как будто прямо над головой.
Я оглянулся и увидел большие черные крылья, летящие в том направлении. Затем я побежал, и через 2-3 секунды взрыв. Мы часто видим самолеты. Возможно, корпоративный самолет мест на 20, без обозначений на корпусе. Я видел снижающийся самолет, большой самолет, как коммерческий лайнер. И я увидел этот приближающийся самолет, он был очень низко, и это был самолет American Airlines. Можно было прочитать AA на боку и увидеть его серебряный фюзеляж. Этот самолет летел ужасно низко, и когда мы выехали на 395-е шоссе, он пролетел прямо перед нами. Он летел под острым углом, как будто собирался приземлиться прямо на Пентагон. То, что случилось, было просто удивительно. Огромный взрыв. Так вы видели, как самолет врезался в здание? Да, это так. Только один самолет? Только один. Я обычно сворачиваю немного раньше и останавливаюсь прямо перед Пентагоном на трассе 27. Я даже не знал, что речь идет о Пентагоне. Я вырос в этой местности, но никогда не был там. Я не понимал, что это произошло в Пентагоне. Я был в дороге, и мое внимание было сфокусировано на том, что я опаздываю на службу, и мы застряли в ужасной пробке. Просто стояли на трассе. И неожиданно, просто было чувство, что что-то пролетело над нами. Похоже, что самолет был так низко, что ударил фонарный столб, стоявший с краю трассы на дальней стороне. Перед тем, как пролететь над трассой, он срезал этот столб, который, как я слышал, упал на такси рядом с моей машиной. Меня зовут Ллойд Ингланд. 9.11 я вел свою машину по дороге домой. Этот самолет пролетел прямо над моей машиной. Он был очень близко. Полетели осколки стекла, и был громкий звук. И столб упал прямо на дэшборд моей машины. Я остановил машину посреди улицы. Я остановился не ровно, а боком. Самолет пролетел и не возвращался. Я вышел из машины, начал искать самолет. Самолета уже не было, и снова было тихо. В действительности, похоже, что никто вокруг не смог определить, что именно произошло. И я тоже не понимал, но я находился прямо там. И я видел самолет с размахом крыльев половину расстояния от того дома до моего. И большое крыло с большими моторами под ним. И ничего не осталось. Те, кто считает, что Boeing 757 не врезался, основываются на ущербе, причиненном зданию, и отсутствии больших цельных обломков снаружи, в особенности на отсутствии разрушения от крыльев и вертикального стабилизатора, и на том, что эти объекты, так же как и двигатели, не были полностью найдены. Что-нибудь вообще осталось от самолета? Сначала вопрос о самолете. Небольшие обломки самолета были видны изнутри во время пожарной операции, о которой я говорю, но небольшие секции. Другими словами, там нет больших секций фюзеляжа и вещей подобного рода. Они сказали, что это был самолет, но я не вижу обломков какого-либо самолета, и мне просто не верится, что самолет врезался в здание. У Боинга 757 есть большое количество деталей, которые фактически неуничтожаемы. До сегодняшнего дня мы не видели ни одного обломка, положительно идентифицирующего самолет как рейс 77. Факт в том, что выходное отверстие внутри Пентагона не объяснено ни одним официальным отчетом об атаке. Факт в том, что на газоне нет повреждений от удара. И факт в том, что из всех опубликованных видео ни одно не показывает Boeing 757. Внешняя стена обвалилась через 20 минут, оставив дыру шириной примерно в 21 метр. Что ударило в здание, может быть важным. Тем не менее, мы сфокусируемся на том, почему она ударила именно в этом месте. Пострадавшая секция была штабом операций ВМФ, разведки ВМФ и центром управления ВМФ. Были жертвы среди военного персонала. Погибло несколько бухгалтеров и бюджетных аналитиков, которые также находились там в это время. В отчете о последствиях округа Арлингтон сообщалось, что важная бюджетная информация находилась в поврежденной зоне. Интересно, что за 24 часа до этого Дональд Рамсфельд публично сделал такое заявление. Согласно некоторым оценкам, мы не можем отследить 2,3 триллиона долларов в сделках.
Согласно отчету комиссии по 9.11, военные не были готовы к превращению коммерческого самолета в оружие массового уничтожения. Прогнозист по контртерроризму Марвин Сетран отправил отчет в 1994 году для Министерства обороны, предупреждая об уязвимости Вашингтона к террористическим атакам. «Мы предвидели, что самолет может врезаться в Пентагон. Конкретнее уже некуда. Если вы повернете направо от монумента Вашингтона, вы бьете по Пентагону. Повернете налево, вы можете ударить по Белому дому». А 24 октября 2000 года Пентагон проводил «Москал» — учение с большим количеством пострадавших, где имитируется столкновение Боинга 757 со зданием. Мне очень любопытно, и со временем мое любопытство только растет, особенно когда есть возможность погрузиться в детали и во всю публично доступную информацию. Я свою машину так хорошо не умею водить, и не могу представить, что кто попало может сесть за штурвал самолета и сделать то, что они сделали, и сделать это так хорошо. Вообще, это был самый странный день во всей моей жизни. Все было как при замедленной съемке. У меня шли мурашки по коже каждый раз, когда я слышал запись. Физически, я клянусь, мурашки по коже каждый раз, когда смотрел видео. Я мог чувствовать жар, чувствовать запах топлива и горения. Здесь очень много странного, даже для меня, находившегося там. У меня до сих пор есть вопросы. Действительно ли я видел то, что я думаю, что видел? Знаете, когда вас заставляют верить, вы начинаете думать, что верите в то, чего не было. Но чем больше вы погружаетесь в подробности, чем больше доказательств находите, тем тяжелее становятся вопросы. Мне нужен окончательный вердикт. Я уверен, и семьям тоже. И я уверен, что военные правительства знают гораздо больше, чем мы. Я просто поражен тем, что они не делятся больше информации. Если правительство было откровенно на 100% и хотело разрушить любые сомнения о том, что случилось, почему они так сильно охраняют улики? Почему нет положительной идентификации рейса 77? Почему, когда вице-президент Дик Чейни был предупрежден о приближающемся самолете в 50 милях, работникам было позволено остаться в здании? Если бы прозвучал хотя бы одиночный сигнал тревоги, 125 человек были бы живы сегодня, и еще сотни не страдали. И когда прозвучало «самолет 10 миля», молодой человек спросил вице-президента: «Приказ остается в силе?» И вице-президент резко обернулся и сказал: «Конечно, приказ остается в силе. Разве вы слышали что-нибудь об его отмене?» Свидетельство Нормана Миннета будет полностью проигнорировано комиссией по 9.11. Оно также будет закрыто цензурой в онлайн-архивах слушаний комиссии. Человек из национальных архивов утверждал, что это была техническая путаница. Комиссия по 9.11 позже заключит, что вице-президент Дик Чейни не спускался в бункер до 9 часов 58 минут. Мой главный вопрос – это то, что в своих показаниях вы сказали, что вице-президент Дик Чейни пришел в офис Боинг в 9.20. И когда вы пришли, он уже был там. На пресс-конференции он сказал, что был там в 9.38. Они сделали это, потому что получили сообщение, что самолет нацелен на Белый дом. Это рейс 77? Рейс 77. Он вылетел из Далласа. Все, что мы можем сказать, изначально он летел на Белый дом. Самолет кружил над Белым домом? Он не кружил, но был нацелен своим курсом на него. И когда он вошел в опасную зону, было похоже, что он нацелен на Белый дом, меня эвакуировали в подвал. Самолет не ударил в Белый дом, а развернулся. И мы думали, что он сделает круг и вернется. Но затем он врезался в Пентагон. Согласно отчету комиссии по 9.11, он был там в 9.58. 9.58? Я не знаю, была ли у вас возможность прочитать это, но это сдвигает все на час позже. Я не хочу задавать вам риторический вопрос, но согласно тому, что вы помните, находился ли Дик Чейни уже там? Да, абсолютно. Рейс, о котором вы говорите, это рейс, врезавшийся в Пентагон. Это было до того, как American Airlines врезался в Пентагон. Норман Минетта был в бункере вместе с Чейни. И то, что содержится в отчете комиссии по 9.11, сильно отличается, вам не кажется? Кто был тот молодой человек? Кто-нибудь спросил, кто он? Как мог Дик Чейни или кто-либо из администрации, особенно после того, как помощник предупредил, что самолет в 50 милях и два самолета уже врезались в ВТЦ, могли позволить ударить по Пентагону? Готов ли я поверить, что Дик Чейни знал о подобной атаке на Пентагон, например, и позволил бы этому случиться? Ну, судя по тому, что я знаю Дики Чейни, да.
9.59, Нью-Йорк. Южная башня ВТЦ высотой в 110 этажей разрушилась примерно за 10 секунд. 29 минут спустя Северная башня, следуя ее примеру, также разрушилась примерно за 10 секунд. Позже вечером, 17.20, здание ВТЦ номер 7 высотой в 47 этажей разрушилось примерно за 7 секунд. Официальное объяснение — это то, что падающие обломки от Северной башни создали серию пожаров внутри здания. Если это правда, то это был третий стальной небоскреб в истории, который полностью разрушился из-за повреждений и пожара. Предыдущие два — это башни-близнецы. 23 февраля 1991 года. Меридиан Плаза, 38-этажный небоскреб в Филадельфии. Горел 18 часов. Пожар охватил 8 этажей. Позднее этот пожар был описан официальными лицами как самый значительный пожар века. Здание не разрушилось. 17 октября 2004 года. 56-этажный небоскреб в Каракасе, Венесуэла, построенный в 1976 году, горел более 17 часов. Пожар охватил 26 этажей. Здание не разрушилось. 13 февраля 1975 года. Произошел пожар третьего уровня между 9 и 14 этажами Северной башни. Никто не погиб, здание не было заселено. Пожар начался с возгорания электропроводки на 11 этаже. Должна была быть противопожарная система для предотвращения его распространения, но ее не было. Пожар распространился на 6 этажей. Даже без противопожарной системы разбрызгивания, как заявляют официальные лица из пожарной охраны, нет никакого шанса, что ВТЦ может превратиться в пылающий ад. Пожар был настолько сильным, что стал причиной установки разбрызгивающей системы, которая вошла в эксплуатацию 19 мая 1975 года, после 7 пожаров, возникших в комплексе. В Южной башне были небольшие пожары между 25 и 36 этажами, и в Северной башне был пожар на 11 этаже. 6 пожаров были незначительными, но 7-й, на 32-м этаже Южной башни, привел к значительным повреждениям. И знаете что? Здания не разрушились. 11 сентября 2001 года два 110-этажных небоскреба, построенных в 1973 году, горели один в течение 56 минут, пожар охватил 8 этажей, другой 103 минуты, пожар охватил 5 этажей, после чего разрушились до основания. Некоторые утверждают, что это произошло из-за особенностей конструкции башен-близнецов. Башни-близнецы были сделаны из 200 тысяч тонн стали и 325 тысяч кубических метров бетона. Ядром каждой башни была прямоугольная опора 26,5 на 40,5 метров, состоящая из 47 стальных колонн размером от 90 на 40 сантиметров до 132 на 56 сантиметров. Северная башня была закончена в 70-м году и была высотой 417 метров. Южная башня была закончена в 73-м году и возвышалась на 415 метров, что делало их самыми высокими зданиями в мире на то время. Они были спроектированы так, чтобы выдержать несколько столкновений с Боингом 707, самым большим самолетом на то время. Согласно анализам, сделанным в 1964 году, утверждалось, что здания были проверены и признаны способными выдержать столкновение с Боингом 707, летящим со скоростью 960 км в час. Такое столкновение приведет только к локальным повреждениям, которые не могут привести к разрушению или значительному повреждению здания. Боинг 707 имеет 4 мотора вместо 2, и его скорость 977 км в час. Боинги 767, врезавшиеся в Северную и Южную башню, летели со скоростью 708 и 870 км в час соответственно. WCBS 880, right here, right now.
Я думаю, мы сможем с ним связаться. У нас есть свидетель того, что произошло в ВТЦ. Это, по всей видимости, был пассажирский самолет, который врезался в здание с такой силой, что у пикапа вылетели стекла сильным грохотом. Все сильно испугались. Вы не заметили, какой это был самолет? Нет, не могу сказать. Он был меньше. Он выглядел небольшим. Но я не могу сказать, я не уверен. Среднего размера самолет с моторами по обеим сторонам, почти серо-черного цвета. Я бы сказала, что это не был большой самолет, но шум от него был как от реактивного истребителя. Мы слышали, как он летел, я не знал, что это было, но звук был как от ракеты. О боже, другой самолет только что врезался в ВТЦ. Еще один самолет, он был среднего размера, невероятно. Мне кажется, что еще больше дыма идет от земли. Обломки упали на землю и продолжают гореть. Один джентльмен сказал мне, что он был на 65-м этаже и стоял возле лифта, когда лифт взорвался, его буквально выкинуло из ботинок. Другая женщина сказала мне, что работала на 49-м этаже и видела людей на лестнице с ожогами, сломанными руками. Люди на лестнице падали в обморок от жара. Она сказала, там много дыма и очень жарко. Это просто ужасные сцены. В основном видно людей, бегущих по улице. Повылетали все стекла в нижней части ВТЦ. Когда я услышал шум и подбежал к окну, похоже, что начался пожар на нижнем этаже. Подождите, о боже, здание падает, вы там? Здание только что упало. Вы сказали, что это было похоже на 4 июля. Вы слышали сильный взрыв перед тем, как здание упало? Я видела, как все это случилось, и звук был как от сотен фейерверков, которые подожгли одновременно. Вот на что был похож звук. Это звучало как финал 4 июля над рекой Ист. Мы только что стали свидетелями каких-то повторных взрывов. 10 часов утра по восточному времени. Башня просто сложилась. У нас нет идеи, что стало этому причиной. Это выглядит как запланированный взрыв, направленный внутрь. Как если бы это сделала команда подрывников, когда вы видите снос старых зданий. Она просто сложилась сама на себя, и теперь ее там больше нет. Те, кто видел, как сносят здание, должен знать, что нужно попасть в его подвал, чтобы сделать это. Сейчас полиция должна определить, стала ли причиной этого взрыва столкновение самолета, или же что-то взорвалось под землей. Обычно, если здание при разрушении обрушается вовнутрь, то это признак того, что мог быть взрыв бомбы, заложенной под землей, которая заставила здание сложиться таким образом. Тем же вечером свидетели-эксперты наперебой защищали официальную историю событий, утверждая, что из-за интенсивного горения авиационного топлива расплавилась сталь внутри башен-близнецов. Я видел, как самолет вылетел из ниоткуда и врезался в одну из башен и прошел ее насквозь. А затем я стал свидетелем, как башни обрушились, сначала одна, потом другая, в основном из-за повреждения их структуры, так как пожар был очень интенсивным. Когда один из самолетов врезался в башню, это было эквивалентно шестибалльному землетрясению. Шарлин Дэвис является деканом на факультете архитектуры университета Теннесси. Она называется 10-этажные башни-близнецы трубной конструкцией. Это означает, что у нее нет внутренних колонн, которые ее поддерживают. Когда мы вчера все это видели, люди говорили, там была бомба, там должна была быть бомба. Должна была быть бомба, заложенная внизу, которая завершила работу. Но от экспертов мы слышали другое, что температура огня, возможно, достигала 1500 градусов. Сталь не может противостоять такой температуре. Из-за того, что стальная конструкция, поддерживавшая здание, была только внешней, здание по существу начало плавиться и обрушилось. Инженеры подозревают, что температура вместе столкновение могло быстро достичь 1000 градусов. Возможно, приближалось к 2000 градусам, что далеко за точкой плавления любой стали. Они, возможно, не были спроектированы, чтобы выдержать прямой удар от чего-то размером с Boeing 737 или Airbus с полным баком горючего. Сталь обязательно расплавится. Профессор физики и эксперт по взрывчатке Ван Ромеро. Даже если не было второго взрыва в здании, удар самолета по зданию – это приложение большого веса в месте удара. Место удара было также повреждено огнем. Структура больше не могла выдерживать вес над ней, и в результате обрушилась.
Множество личностей, включая самих архитекторов, будут утверждать, что столкновение с самолетами никогда не принималось во внимание, и здание было обречено на разрушение. Хайман Браун был главным инженером проекта башен-близнецов, человеком, ответственным за то, чтобы здания были построены правильно и соответственно проекту. Строительной стали придают огнестойкость, чтобы она могла продержаться час или два, что она и сделала, а затем сталь плавится. Каждая из башен была построена вокруг центрального ядра. Это ядро укрепляет здание и несет на себе вес всей конструкции башен, но когда сталь плавится, то, согласно Брауну, оно падает как домино.